Народная программа развития губернии – первоочередной вопрос для председателя правительства региона Александра Князькова. Стратегия предполагает поступательное движение области вперед и рассчитана до 2025 года. Сейчас над ней еще идет работа, которой привлекаются и ученые круги, и представители общественности, директора предприятий, предприниматели. Проводится еженедельное заседание общего стратегического совета и также работа по группам для выработки решений. Если брать ярославскую промышленность, то этап кризиса здесь преодолен. Растет индекс промышленного производства, развиваются традиционные отрасли, вроде машиностроительной. Продолжается формирование новых перспективных отраслей, таких, к примеру, как фармацевтика. В числе лидеров промышленного производства не только ярославские, но и рыбинские предприятия. Очень радует достаточно высокий индекс промышленного производства. Он у нас 109,2. Это выше среднего по российское значение и значительно выше, чем по соседним регионам. Некоторые предприятия там увеличили значительно выпуск своей продукции. Это там Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» в 1,5 раза, Рыбинская судоверфь в 1,6 раза, Русская механика. Очень хотелось бы отметить успехи рыбинских моторостроителей. В зоне ответственности Александра Князькова и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Правительство региона координировало работу МЧС во время паводка и готово оказывать материальную поддержку пострадавшим населенным пунктам. Дорожная служба работает, и по сходу воды делаются все мероприятия. Все, естественно, мосты и дороги, которые повреждены, будут восстановлены в безусловном порядке. Однако и неполадкам единым. Уже сейчас областные власти начинают настраивать спецслужбы на работу с лесными пожарами.